Трехлетняя девочка выпила уксус. Об этом сообщает РИА Дагестан. Все произошло в селе Аксай Хасавюртовского района. По некоторым данным, малышка приняла уксус за сок. Мать в это время готовила и просто не уследила за ребенком. С ожогами ротовой полости и пищевода ее доставили в центральную районную больницу. Теперь матери грозит административное наказание за неисполнение родительских обязанностей.